в университетском музее. До сих пор работает. Мне нечего вам сказать. Я господин никто. Человек, которого нет. Вы помните, каким был мир до почти бессмертия? До чего? До теломеризации. Вечного обновления клеток. Как это было, когда человек был смертен? Были машины, которые отравляли воздух. Мы курили сигареты, ели мясо. Делали все, чего нельзя делать в этом гадюшнике, и были рады. Большую часть времени ничего не происходило. Как во французском фильме. А в плане секса? До того, как секс устарел. Мы трахались. Все постоянно трахались. Мы влюблялись. Влюблялись. Который час?